Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас видео про массаж лица. Это видео по вашим запросам, вы просили, я подготовилась и сделала. Техника довольно простая, занимает всего несколько минут. Для кого она будет полезна? Для тех, у кого уже с возрастом опускается лицо, для тех, у кого появляются мимические морщины, для их предотвращения, а также для их разглаживания, даже если они уже имеются. Всем известно, что у нас на лице тоже есть мышцы, и они отвечают за поднимание, опускание лица с возрастом. Чтобы эти мышцы не дрябли так же, как и мышцы тела, лицу тоже необходим массаж. Правильный, грамотный массаж может заменить самые дорогие процедуры и самые дорогие лифтинг-крема. Итак, поехали. Массаж делается только на хорошо очищенное лицо. И хоть на моем лице уже нет макияжа, оно у меня не до конца очищено. Сейчас я мицеллярной водой прохожусь по нему. И дальше еще используем с вами гель, пенку, либо скатку, либо скрабик. Я использую скатку, чтобы как следует очистить свое лицо. На грязных, забитых порах массаж может пойти только во вред. Поэтому это должно быть обязательно чистое лицо. Так, мицеллярочкой прошла. Сейчас возьму гель-скаточку. Вот такая у меня SU. И будем с вами доочищать лицо как следует. И уже потом приступим к массажу. Что мы будем с вами использовать для массажа? Подойдет любое косметическое масло, либо, знаете, гели для умывания, сыворотки гелевые, которые вот хорошо скользят на лице. Обязательно это должен быть продукт, который не моментально высыхает и впитывается на вашем лице, потому что мы не должны с вами растягивать кожу, мы должны ее массажировать. Для этого оно должно быть влажное. Я буду использовать масляную сыворотку, можно взять гидрофильное масло, только потом обязательно его смываем. Если используем сыворотку, мы все это дело можем оставлять на лице. Если используем гидрофильное масло, то потом пенкой либо гелем мы смываем. Все, я очистила лицо, сейчас буду умываться. Я беру масляную сыворотку. У меня от Рише вот такая изумительная антивозрастная сыворотка. Наносим необходимое количество на лицо, из чего мы начинаем свой массаж. С поглаживаний. С поглаживаний по массажным линиям. То есть не оттягиваем свое лицо вниз. Всегда наши массажные линии идут вверх, до волосистой части головы и до ушей. Поглаживаем. Про веки тоже не забываем. Их можно вот так потаптывающими движениями массажировать. Получается от внешнего уголка к внутреннему, а здесь от внутреннего к внешнему. Именно так. Так, дальше, девчонки, можно сделать вот такой вот легкий массажик. Подготовим нашу кожу. И приступаем к разминанию. Наши движения уже могут быть интенсивными. Не забываем про жевательную мышцу. Она находится вот здесь, и она у многих людей часто напряжена. От ее дисфункции и может опускаться лицо. Она выполняет функцию поддержки. Если она дряблая, лицо опускается, и все. Вот эту мышцу мы с вами пройдемся потом как следует. Жевательная она вот здесь. Необыкновенно просто массажировать ее. Такое ощущение классное, когда вот эти вот мышцы, когда мы злимся, да, она напрягается, и когда вы ее разминаете, это на самом деле кайф. Итак, мы подготавливаем наше лицо, подбородок не забываем, лоб. Чтобы улучшить лимфооток, есть такая техника, да, от лба сюда проходимся, вниз и к ушам, сюда, по нашим вот этим вот мимическим морщинкам, да, спускаемся к подбородку и сюда. Можно делать это двумя пальчиками. Несмотря на то, что эти движения у нас вниз, они именно идут по лимфатическим путям и хорошо подготавливают нашу кожу к дальнейшему массажу. Движения должны быть вдавливающими, но не дискомфортными. Повторяем каждую процедуру несколько раз. И фиксируемся возле ушей и волосистой части головы практически на каждом нашем с вами движении. Начинаем массаж, начинаем разминать наши мышцы лица. Давайте начнем со лба. Вот так сгинаем руки и вот этой частью, да, слегка пощипываем. Не растягиваем, а прищипываем и отпускаем.
От центра идем к периферии, немножко уводя всегда кожу, руки вверх. Потом мы с вами пройдемся и по мимическим морщинам, посмотрим, как их правильно нужно массажировать. Останавливаемся на висках, слегка вибрируем. Дальше начинаем от глазок. Давайте по ним пройдемся. Уже движения могут быть поинтенсивней, потому что здесь у нас тоже первым делом возникают морщинки, поэтому нужно не забывать. Здесь уже у нас пощипывающих движений, конечно, не будет. Веки наши достаточно тонкие и чувствительные, но мы как следуем проделываем этот массаж. Можно даже вот так, двумя пальчиками, уделяя особое внимание, да, там, где появляются у нас с вами мимические морщинки. Глазки проработали. Дальше переходим к части вот от середины носа, да, и к височкам тянем. Берем вот так тоже пощипываем, разминаем точнее. Ну, чтобы это не было дискомфортно и больно. Девчонки, смотрите сами по своей коже. Видите, я захватываю, разминаю и круговыми движениями, которые ведут вниз, вверх. То есть не вот так я делаю, да, не вниз кожу оттягиваю, а вот так. И поехали к височкам. Зафиксировались. Опять. На самом деле вы почувствуете кайф, когда вот эту часть будете разминать, потому что здесь у нас мышцы напряженные все время тоже. И это удовольствие прям. Потихоньку спускаемся ниже и уже от носогубных складочек ведем до верхней части уха, получается. Вот тут у нас как раз вход идет жевательная мышца. Как следует ее разминаем. Как следует. Можно ее прямо так захватывать и разминать. Лицо покраснеет, этого пугаться не надо. Если вы взяли продукт, который на вашем лице начинает подсыхать, или вы не чувствуете, что руки скользят, значит продукт добавляем. У меня сыворотка скользит, поэтому мне ничего не надо. Переходим от уголков губ до середины уха. И как следует все разминаем. У меня уже лицо такое хорошо красное. По несколько движений повторяем. И теперь линия подбородка и до мочки. Разминаем подбородок. И ведем вверх. Пальчиком вот этим можно захватывать внизу, а вот этим вверху. И вот такими поступательными движениями. До уха зафиксировались. И так несколько раз. Смотрите, что вам было комфортно, вы не ощущали боли при этом, но в то же время хорошо разминали мышцы лица. Можно пройтись возле носа таким же образом. Вот эту складочку. Тоже у нас все движения вверх. Еще раз можно пройтись лоб. А не забываем, кстати, про шею. Есть техника массажа, которая начинается от подбородка к уху и спускается к шее. Вот так. С вот этой частью поступаем следующим образом. Слегка ее тоже размяли. И вот так делаем. Эта техника позволяет убрать второй подбородок и слегка разгладить декольте. Так, дальше. Теперь мы с вами будем наши мимические морщинки разминать, массажировать, разглаживать. Допустим, если у нас есть морщина на лбу, значит мы проходимся по ней вот так. По этой морщинке, прям по всей. Вот эти морщинки наоборот. Вот так получается.
вдоль как бы их не роста, а нахождения, да? Слегка защипывая. Если у нас есть возле глазок, слегка помассажировали здесь. Все движения ведут вверх, не забываем об этом. Вот так нельзя. Если у нас есть морщинки возле рта, значит, также их защипывающими движениями прорабатываем. Можно еще взять вот так вот кулачок, да, полусогнутый у нас получается в кулачок, и всеми пальцами пройтись по лицу. Сыворотка, с которой вы будете делать массаж, либо масло, выбирайте прям вот то, что вам подходит, максимально эффективно, потому что во время массажа кожа, как губка, будет впитывать то средство, с которым вы делаете массаж. Лоб. Наше лицо красное, размятое. Теперь проходимся еще раз по линиям лимфодренажа, лимфоттока. Несколько раз, да? И заканчиваем свой массаж, собственно говоря, с чего и начали. Проходимся подушечками пальцев. Можно по декольте пройтись. Лоб. И поглаживание. Не растягиваем кожу, просто легкие такие поглаживания. Вот и все, девчонки. Вот такая техника массажа. После этого личико наше будет выглядеть свежим. Надо ему 20 минуточек дать отойти от красноты. И уже будет совершенно другой вид. Если повторять такую технику хотя бы раз в день, вы увидите через неделю результат однозначно. Ну а я с вами прощаюсь, мои хорошие. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всем пока-пока.